Также вот здесь вот, нажав левую кнопочку «Информацию о сценарии», вы можете посмотреть, сколько городов на карте, ники игроков, которые играют, кто за какой город стартовал и каким героем, какой бонус был стартовый. Здесь же показывается у вас, на какой сложности вы играете. В описании карты пишется название шаблона, вот template was и название шаблона. Здесь шаблон называется держава. Может быть как-нибудь там 2SM, 4D3. В общем, названия у шаблонов для случайных карт совершенно разные бывают. Также, нажав еще опции, вы можете посмотреть, стоит галочка правила или нет. Возможно, ваш соперник поставил галочку правила ХВ. В этом случае огромное количество ограничений будет в игре, чего нельзя будет делать, и вам лучше об этом знать, чтобы не строить тактику через какие-то моменты, которые уже заблокированы оппонентом. Также здесь вы можете увидеть, стоит ли галочка «Перестройка гильдии магов», «Перестраивать библиотеку» или нет. А «Битва магов» — это галочка, которая разрешает прокачиваться магом как положено, а воины не прокачиваются там выше, по-моему, 5 уровня или что-то вроде того. То есть за воинов смысла не будет играть. Ну, это больше так, для любителей разнообразия, по сути.